Новейшие разработки, которые только поступают на вооружение полицейских, спасателей, военных. Более 20 тысяч квадратных метров экспозиции. Все это выставка «Интерполитех», которая стартовала несколько часов назад на ВДНХ. Дмитрий Кулько расскажет больше. «Интерполитех» – крупнейшая в России выставка средств обеспечения безопасности государства. Экспонаты для определенного контингента – полицейские, спасатели. Но здесь и обычные зрители могут, например, занять места в новом багги Росгвардии. Спецтехника заступает на службу ведомства. А эту новую систему безопасности можно установить хоть в банке, хоть в обычной квартире, когда злоумышленник взламывает дверь. Его окутывает дым, который разработали в Росгвардии. Он абсолютно безопасен. Но в сочетании с мерцанием стробоскопа и звуковым барьером преступник настолько теряется в пространстве, что не понимает не только, что ему воровать, но и куда убегать. Сегодня эффективное решение многих задач по обеспечению правопорядка требует использования передовых методик и оснащения органов внутренних дел современными техническими средствами. Дмитрий Кулько, Андрей Леонов, Евгений Савченко и Сергей Золотавин, Екатерина Колоницкая, Первый канал, Москва.